все свои. Ты знаешь, я так любил, чистить твоих зданий, но мир стал совсем другим. Пришло время прощаний. Таким молодым и отчаянным. Простите, по техническим причинам концерт отменяется. Голливуд Студиос представляет интернет-шоу-сериал «Забитые». В ролях Музыченко Юрий, Александр Анисимов, Александр Молодой, серия вторая. Кое-что, что мешает. Специальный гость Сережа Веременко. А у меня на самом деле к тебе всего лишь один вопрос. А ты вообще жить-то дальше как собираешься? От тебя друзья отвернулись. С тобой люди просто тупо не фотографируются. Ты вообще как на это реагируешь? Ты что-нибудь предпринимаешь? Я все это понимаю. Че ты понимаешь? Просто руки не доходили и ноги не доводили. Ты скажи спасибо, что у нас до тебя руки дошли. Мы бы тоже могли на тебя плюнуть, но просто ты пойми, ты нам не последний человек. Ну, Серега, я в любом случае рад тебя видеть. Дальше ты отправляешься к мастеру Нелли. Окей. Давай. Что вас беспокоит? У меня такая проблема. Я хочу стать рок-звездой. Стадиона мне никогда не видать. И я вроде неплохо пою и играю. Всем нравится. Но кое-что не дает мне идти дальше. Я не могу с этим жить. Что мне делать? Это «Партак». Что такое «Партак»? По первой версии от английского «Party». Блядь, Игорь, ты заебал, блядь. 200 раз уже снимаем. Сколько можно, блядь? Давай заново. Дубль 201. Итак, что такое порта? По первой версии от английского «партнера» – участвовать, разделять. По второй же версии оно проникло к нам из словаря «фени», что означает неудавшаяся татуировка, неудачная татуировка. Наш язык оно проникло где-то примерно в начале 90-х годов. По криминальным понятиям «Партак» означает «масть», то есть твое положение внутри криминальной структуры. На сегодняшний день «Партаками» называют все татуировки. Сейчас давай сейчас. Игорь, ты заебал! Сколько можно, блядь? 150 раз! На сегодняшний день «Партаками» называют практически любые татуировки. Но не стоит забывать, что «Партак» есть «Партак», а татуировка – это качественная работа, выполненная профессионалом в оборудовании. Привет, Нелли. Меня зовут Сережа. Очень приятно. Привет, Сережа. Очень приятно. Я тебе сразу покажу кое-что. Собственно, вот. Да. Вот и «Партак». И как тебе жилось-то с этим? Ну... Да. Настя, улыбнись. А ты вот это прикрой. Можно с вами сфотографироваться? Да, конечно. Как-то так. Ничего, это можно исправить. А что бы ты хотел? Я хотел бы какую-нибудь рокерскую татуировку, немного смерти, череп, немного красоты, это цветы и ворона, символ мудрости. У меня кое-что есть для тебя. Чем ты это мотивировал для себя? Чем обозначил? Какие-то свершения в жизни новые? Да. Сейчас вообще сплошные свершения. Ну, колись. Не могу сказать. Что, машину в кредит взял? Я просто решил жить по-другому. Перейти на рэп? Отчасти. Рэп-хиты от группы 4 апреля. Рэп-хиты 90-х.
никогда не делайте портаки. Их очень сложно перебивать. Краски вогнаны просто по самой небалуй, и все это в шрамах, и все это больно, и все это черно. Сережа, ты когда мужчина стал? Откуда у тебя шрамы? Дело в том, что этот портак бился не простой иглой, и даже вообще не иглой, а бился он... Долотом? Струной. Струной. Вот расстояние, на которое струна выходила из машинки, было, ну, не знаю, сантиметр, наверное. Вот, как я и сказала. В общем, он хуярил от души. Ты реально пьяный был, когда тебя били? Немножко. Позорище. Оденься, блядь, и уволен. Все ко мне в кабинет. Кто ты, блядь, вообще такой? Хули ты тут делаешь, блядь? Я Сережа из группы 4 апреля. Меня вот ребята пригласили. Мне похуй вообще, кто ты, блядь. Александр Андреевич, действительно, мы его пригласили. У него просто портак, и мы подумали... Блядь, хорошо. Молчи. Что такое портаки? Портак – это некачественно выполненная работа. На примере Сергея можно понять, что у него потекшая контура и блеклая палитра. Хули ты мне как маленькому ребенку эту хуйню объясняешь, блядь? Че я, блядь, без тебя не вижу? Ты мне лучше скажи, чего с этим делать будете. Ну, Александр Андреевич, я уже перекрыла основную часть «Спартака». Несмотря на то, что работала я по шрамам и по обрубевшей коже, я думаю, что вполне справилась со своей задачей. Дальше я оставила часть руки, чтобы Вова продолжил работу в своем суперреализме. Ну и хули вы сидите, блядь? Идите работайте или, блядь, хотите к тем трем присоединиться, блядь, уволенным? Ну, пошли. Кто пошли, блядь? Работать. Работать, блядь. Идите. Ну все, Серег, с Вороном я закончила. Привет, Серег. Привет. Готов продолжить? Да, конечно. Кстати, только в студии татуировки забиты, один человек может появиться мгновенно на месте другого, и никто этому не удивится. Такие дела. Неиссякаемо забитые сюрпризами. Сережа привык к коллективной работе. Встречайте наше новое трио. Прикольное ощущение. Пока ребята работают над перекрытием «Спартака», мы подготовили статистические данные, и цифры таковы. Это вторая серия второго сезона. Второй раз Серега в сериале «Забитый». Уже второй раз ему бьют тату на этом месте. Из двух частей состоит его новенькая татуировка. Два мастера трудятся над этим произведением. И два раза я повторю одно и то же. Одно и то же. Но лично мое мнение – это не статистика, не цифры. Это магия чисел. От забитых. Все, татуировка готова! Вот, вот это произведение искусства, вот эти люди, которые это сотворили. Запомни, Сережа, как выглядит татуировка, не портак. Скажите, Вова, скажите, Нелли, сложно ли было это сотворить? Фигня. Фигня. Мука, усы, а получился чистый мед. Сережа, слово за тобой. Не бейте портаков, лучше сходите к забитым, набейте настоящую татуировку. Неужели это нельзя было сразу понять? На плече чернилами выводит мастер линии. Черно-красными, синими станут руки мои красивыми. Когда под кожу пигмент войдет, печаль и грусть сама собой пройдет. Так скоро это произойдет.
машинка сейчас вопьет. Татуировку осталось еще немного, плечо забьется как надо, и даже суровый мастер мне улыбнется. И если придется, по полной забьемся вместе мы, горим ярче солнца. Если у вас хорошая татуировка, вам больно один раз. Если плохая, всю жизнь. Ну, пошли. Иди. Присоединяйся.